Привет-привет! Сегодня вновь пойдет разговор о фонетике, потому что она очень важна и очень жаль, что в наших школах ей не уделяется никакого внимания. А и хочу еще раз выделить, что это и британская, и американская фонетика в данном случае. Короче, есть несколько слов, в которых меняется звук в зависимости от того, какая это часть речи. Например, слово nation – нация, народ, но если оно становится прилагательным, то звук с a меняется до a. То есть было nation, стало national. То же самое с международным, international, да, та же самая история. Или слово nature, природа, которая становится natural, когда это прилагательное природный, естественный. Короче, знайте это и разносите знания по городам и селам. Всем удачи!